Здравствуйте, добро пожаловать на канал новостей Инста-ТВ. С вами я, Ольга Витковская. В четверг, продолжив начатый ранее повышательный тренд, декабрьские фьючерсы на золото подорожали на $15.80 или на 0,9% до уровня $1795.50 за унцию в ходе торгов на Комекс. В среду драгметалл вырос в цене на $4.20 до уровня $1779.80. В США вышли данные о впервые поданных заявках на пособие по безработице на прошлой неделе, согласно которым число заявлений составило 367 тысяч, что незначительно ниже ожиданий. В то же время количество производственных заказов упало на 5,2% в августе. Также в четверг ЕЦБ объявил, что ставки остаются на том же рекордно низком уровне. Банк Англии тоже не изменил направление своей монетарной политики и оставил программу по покупке активов на прежнем уровне. Смягчение денежно-кредитной политики в разных странах на протяжении последних нескольких месяцев оказало поддержку ценам на золото. Золото имеет тенденцию укрепляться, когда инвесторы опасаются повышения цен или ослабления валюты. Вы смотрели новости от компании InstaForex. Хорошего дня, до свидания.